Я сказала ей, что на МРТ нужно говорить, чтобы расслабиться. Целых 30 минут я расспрашивала ее обо всем, что она любит, ненавидит, к чему испытывает хоть какие-то чувства. Паралимбические отделы и миндалевидное тело не участвуют. Потому что она использует языковую часть мозга и минует эмоциональную. Она понимает любовь, боль, сопереживание, но ничего не чувствует. Она психопатка. И зачем вы так хотите ее увидеть? Меня всегда влекли психопаты. Высоким культурным уровнем, семейными ценностями. Или я спутал с евреями. Здрасте, я доктор Хаус. И давно вы уже психопатка? Склонность к насилию при психопатии возможна, но не обязательно. Просто полное отсутствие совести, всех нормальных эмоций, манипуляции окружающими, неразборчивость в связях, патологическая ложь. Я понятия не имею. Спокойно. Мы связаны врачебной тайной. Мы считаем, ваши психические проблемы связаны с физическими. Я не сильно отличаюсь от других людей. Все, кого я знаю, родные, одноклассники, сослуживцы. Все ищут своей выгоды. Разница в том, что я это признаю. Кого-то она мне сильно напоминает. И не говори. А когда смотрите «Звездные войны», вы на чьей стороне? Доктор Хэдли вчера пошутила, мол, что я говорю, как вы. Вы же понимаете значение слова «шутка»? То есть вы не ищете только свои выгоды? Конечно, я эгоист. Как и мы все, это врожденное. Но остальные рождаются с совестью. Раз вы знаете, что ваша совесть — просто животный инстинкт, незачем ее слушать. И вы это понимаете. Когда поправишься, поедем с тобой отдыхать. Куда-нибудь во Вьетнам, на пляж, снимем бунгало. Только ты и я. Ты жалок. Как можно быть таким ничтожеством? Ты не понимаешь, что говоришь. Может, поэтому лучше соображаю. Одна мысль о том, чтобы прожить с тобой остаток. Вылези. Зачем вы это сделали? Затем, что он жалок. Он не изменился. Будь вы психопаткой, вы бы и дальше его использовали. Что вам нужно? Вы снова чувствуете. Что именно? Очень больно. Да, будет больно. Жизнь — это боль. Будь мы все эгоистичнее, мир стал бы лучше. Вы правы. Будь мы все эгоистичнее, мир стал бы лучше. Видишь? Я не говорю «идиот», когда ты здраво рассуждаешь.